Количество ДТП с участием скутеристов стремительно растет. 1 июля была зафиксирована авария на перекрестке улиц Свободы и Краснофлотской. Пострадали двое несовершеннолетних – водитель скутера и его пассажир. 2 июля еще один скутерист попал в аварию. Водитель мототранспортного средства сначала совершил столкновение с иномаркой, которая двигалась в попутном направлении, а потом сбил на пешеходном переходе пожилую женщину. Скутериста и пострадавшую пенсионерку госпитализировали. Известно, что гонщик был пьян.